В Дагестанском кадровом центре начался конкурс по отбору кандидатур на должность председателя Комитета по архитектуре и градостроительству республики. И это, пожалуй, одна из самых замечательных новостей, потому что если чего и не хватало столице Дагестана, так это хорошего современного архитектора. Вы смотрите проект «Черным по белому», и с вами я, Ума Ибрагимова. Это заявка на то, каким будет облик столицы нашей республики. Мы понимаем, что здесь нужны не только интересные творческие решения новых объектов, но и способность разбираться с реальными проблемами, которых в Махачкале очень много. В течение многих лет столица республики развивалась без генерального плана, без оглядки на жителей города, без понимания, что город должен иметь свое лицо. И мы очень хорошо помним, кто был в этом виноват. А сейчас очень важно подвести под этим наследием черту. Современный город – это не просто много домов, заселенных людьми. Это форма жизни. В современном обществе города выступают центрами социально-экономической, политической, социально-культурной жизни общества и являются локомотивом развития региона. Город выполняет функции символа государственного управления, региональных и местных уровней власти. Город – это материальное и духовное воплощение всех достижений общества, которое его создало. И нынешнее состояние Махачкалы в этом смысле весьма удручающее. В конкурсе участвуют 6 человек. На первом этапе они прошли тестирование и ответили на 160 вопросов. На втором для них были организованы групповые дискуссии. А на третьем, который состоялся 8 ноября в Доме правительства, они прошли индивидуальное собеседование. Для оценки профессионального уровня и личностных качеств кандидатов создана конкурсная комиссия под председательством вице-премьера Дагестана Владимира Лемешко. Человек может быть талантливым футболистом и плохим тренером, и наоборот. Нам же нужен человек, не только знающий тонкости архитектуры, но и при этом имеющий стратегическое мышление, отметил Лемешко в беседе с кандидатами. Лучше, пожалуй, и не скажешь, но лично мне жаль, что эти слушания хотя бы в режиме онлайн-конференции не увидели горожане, ведь эти труды и старания были именно для них. Город нужно чувствовать изнутри. Это как общение между людьми. Кто-то в первый же момент раскрывает тебе душу, другой долго изучает, прежде чем пойти на контакт. Но знаю точно, ни один город не потерпит фамильярности и пренебрежения. Узнавать и завоевывать доверие – единственная возможность стать для города равноправным партнером. А если повезет, то и другом. Почувствуйте этот город, полюбите его. Махачкала давно заслужила такого главного архитектора. Вы смотрели проект «Черным по белому», и с вами была я, Ума Ибрагимова. До свидания.